أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Он, да благословит его Аллах, и приветствует, сказал, что над Каабой есть дом. Там над Каабой есть дом. Он в небесах. Он сказал, что каждый день 70 тысяч ангелов заходят в него, чтобы совершить обход, и уже никогда не возвращаются в него. Каждый день новая группа, свежая группа из 70 тысяч ангелов заходят туда, и они никогда не возвращаются в него. Аллах есть Раббель Алямин. Он Господь миров. А где мы, мужик? Где мы? Где мы вообще? А братья ходят по улицам, точат зуб на других, возомнив себя блатными. Что-то не так, братан? Он набил себе татуху на шее, и теперь я должен уважать его? Он побывал в спортзале пару недель. А? Возглавил пару раз общую зарядку. Напялил на себя футболку, натянул на себя футболку сына, и теперь из-за того, что его грудь и его плечи выпирают из нее, я должен уважать его? Он теперь кто-то? Он кто-то, потому что его предплечье больше твоих? Или, возможно, потому что его тачка стоит 60 или 70 тысяч зеленых? Я зависаю, братуха! Ты чё пялишься, бро? Да кто ты такой, мужик? Ты откуда вообще, братан? Да где ты, собственно говоря, был 100 лет назад? Тебя вообще не было. Аллах говорит, ты даже не существовал, бро. Ты даже не существовал. Тебя даже не было. А ты ходишь тут, возомнил себя кем-то. Все, с чего ты начался, брат, это капля семени. Если бы она упала на пол, братья, я бы даже не поднял ее, даже если бы мне заплатили. А мы возомнили себя кем-то. Был благочестивый человек, который сидел. Субханаллах. Шейхуль Ислам ибн Таймия сказал, и это удивительно. Как тот, кто прошел через отверстие для мочи дважды, как в его сердце может быть гордость? Ты забыл, откуда ты, братан? Ты забыл? Был благочестивый человек, который сидел. И все посещали его, уважали его, маша Аллах. И мимо проходил простой, обычный человек, который вообще не признавал существование кого-либо в округе. И этот человек немного обиделся. Он был благочестивым, но... Все вокруг отдают мне дань уважения, а этот парень, который является никем, и он не выглядит как кто-то. Он никто, проходит мимо и даже не признает моего существования. Он встал, подошел к этому человеку. Он сказал ему, «Ты знаешь, кто я?» Он ответил, «Да, я знаю, кто ты». Он сказал ему, «На самом деле я даже знаю тебя лучше, чем ты себя». Мужчина возмутился, «Что ты имеешь в виду, что ты знаешь меня лучше, чем я сам себя?» Он сказал ему, «Твое начало было капля семени, а твой конец – это мертвый труп. А в промежутке между этим ты сосуд, который носит в себе мочу и фекалии. А кто ты? Кто ты?» В сравнении с Господом миров.